Телеканал «Катунь-24» получил очередную заслуженную награду. На этот раз работу журналистов отметили в региональном управлении наркоконтроля по Алтайскому краю. Без активной вашей поддержки мы, конечно, не в состоянии довести до общества ту угрозу, которая на самом деле исходит от наркоагрессии. За объективное освещение деятельности наркоконтроля и высокий профессионализм наградили съемочную группу нашего телеканала. Кроме того, благодарности получили наши коллеги городских, краевых и федеральных средств массовой информации.